Город начинается с вокзала. Вплоть до середины 20 века железнодорожными воротами Кишинева было другое здание, не хуже нынешнего. Его появление стало ответом на развитие железных дорог. Правда, в Кишиневе сначала появился вокзал в 1870 году, и только год спустя железная дорога. Первый поезд встречали всем городом в августе 1871-го. Он пришел из Одессы. Дорога тогда занимала 6 часов. В 21 веке, веке айпэдов, айподов и ютуб, благодаря таможням она занимает столько же. Прогресс. Многие кишиневцы ходили на вокзал не только ради встреч и провожаний, а просто чтобы полюбоваться на вокзал. Это был дворец в миниатюре. Архитектор Генрих Лонский придал строению полное сходство со сказочным строением благодаря башенкам, увенчанным шпилями. Для пассажиров первого, второго и третьего классов были выделены отдельные залы ожидания, безусловно, отличавшиеся друг от друга убранством. В распоряжении встречающих был крытый павильон. Там стояли толпы ожидающих императоров Александра II и Николая II, короля Румынии Михая, маршала Иона Антонеску, певцов Петра Лещенко и Александра Вертинского, поэта Владимира Маяковского. Постепенно начали обрастать постройками и окрестности вокзала. На холме напротив появилось самое большое довоенное строение Кишинева – женское епархиальное училище. Площадь перед вокзалом стала излюбленным местом извозчиков, затем таксистов. Сюда же потом протянулась трамвайная линия. Мрачные годы железнодорожного вокзала – это военные периоды. Он подвергся бомбардировке и в Первую мировую войну, и во Вторую. Его разрушали отступающие войска Красной армии, затем Румынской. Железнодорожную колею меняли не один раз. То на европейскую в 1435 мм, то на российскую в 1524 мм. Во время бомбежек 1944 года вокзал, как стратегически важный объект, был практически разрушен. После окончания войны было решено не восстанавливать его. Новое здание вокзала архитектора Чуприна было построено в 1948 году.